Первое, с чего начал свое выступление Олег Шахов, это определение основных направлений социально-экономического развития округа на ближайшее время. Он сделал акцент на том, что именно жители были, есть и будут определяющим фактором этой деятельности. Предлагаю сосредоточиться на следующих направлениях. Модернизация экономики на основе привлечения инвестиций, создание развитой эффективной социальной среды, формирование целостной городской среды и надежно функционирующей структуры, и, конечно, безопасность, в первую очередь, безопасность наших детей, людей на дорогах, во дворах, ну и в целом в жизни в городе. Внушают и итоговые показатели первого полугодия. Так значительно увеличился оборот капитала. Объем нагруженных товаров собственного производства, выполнение работ, оказание услуг собственными силами по всем видам экономических деятельности, с исключением субъектов малого предпринимательства, составил в текущем периоде 2012 года 37 миллиардов рублей. Рост по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 18%. Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил за этот период 166 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 3%. По этим двум показателям городской округ Химки занимает третье место в области. Продолжает увеличиваться количество иностранных инвестиций – более 170 миллионов долларов за первое полугодие. По этому показателю Химки занимают первое место в области. Екатерина Зайнулова, Олег Гордеев, служба новостей.